Ну что, друзья, мы, конечно, помним, что предыдущий груз этой команды мы выиграли на последних секундах. Но сегодня вместе с нами наши болельщики. Так попробуй, как говорится, не па! Почему бы снова не победить француза? Давайте поможем командой нашей горячей поддержкой. А начнем с любимой крокодилы. Дети на экране, боемся вместе! Ну что, привет, друзья! Болельщики заканчивают перекличку. Мы с вами очутились на Краснодарской арене Basket Hall, где сегодня в рамках Еврокубка встречается Локомотив Кубань и французский Лимож. Для вас будут работать на этом матче Станислав Момот, спортивный директор Локомотива Кубань. И Евгений Насонов. Медиа-директор ФБК Локомотив Кубань. Здравствуйте, здравствуйте. Так, Стас, давай разбираться, что нас сегодня ждет. Что было в прошлом матче против Лиможа? Это у нас, напоминаю, начался уже второй круг матча розыгрыша группы С Еврокубка. И в первый раз, в самом первом матче этого сезона, Локомотив Кубань встречался с Лиможем на выезде. Что-то так было. Была непростая игра. Локомотив выиграл 2 очка. С достаточно низкой результативностью. 63-61 закончился тот матч. Это была первая игра Еврокубка. Но самый цимис, самая мякотка была в конце. Как удалось сохранить эту победу, выиграть в этом матче? Спасибо Владимиру Ивлеву, который поставил блокшот. Да, был замечательный, просто ключевой, решающий блокшот. Вова замонстрил в этом эпизоде, отзащищался мастерски, помешал сопернику бросить средний бросок, заблокировал его. Потом очень радовался, и скамейка очень радовалась, и мы тоже очень радовались. Все очень радовались. Вот, и Лимож приехал в Краснодар в надежде отыграться, потому что они, конечно же, считают, что победа была у них вот-вот, и Локомотиву всего лишь повезло. И Локомотиву в этот раз придется доказать, что это не было случайностью, тот результат был закономерен, и сегодня парни в красно-зеленой форме постараются добыть еще одну победу. Уже шестую. Уже шестую подряд, если получится. Да, и Локомотив, напоминаю, идет без поражений в Еврокубке. И таких команд всего три. Одна российская, это Локомотив Кубань. И одна турецкая Дарушафака. Одна турецкая Дарушафака и немецкая Бавария. Команды уже на паркете, готовятся к стартовому вбрасыванию мяча. Давай, знаешь, что еще мы с тобой вспомним? Пересечения, вот эти вот исторические параллели, ретроградную аналитику проведем. Лимож в сезоне 92-93 выигрывал ни много ни мало Евролигу. А с кем он это сделал? С Божидаром Малковичем. Чем Божидар Малкович знаком болельщикам краснодарским?
работает в должности главного тренера в сезоне 11-12. Да. Да, мяч остается за нами. Тревор Лейси выиграл это вбрасывание. Теперь он у Квали под кольцом. И, конечно же, Картер палит. Вот, продолжим наши исторические параллели проводить. Бождар Малкович в сезоне 92-93 он с Лиможем выиграл Евролигу. А когда работал один сезон в Локомотиве Кубань, удалось завоевать чемпионат, бронзовую медаль чемпионата России. И этот флаг-стяг сейчас висит под сводами баскетбола. Можем его наблюдать. И все болельщики в том числе. Как напоминание о работе Бождара Малковича. Все так. Брайан Квали забивает первый штрафной бросок. Второй попытки. Он тоже точен абсолютно. Сегодня у нас еще будет небольшой эксклюзивчик для вас информационный. Мы о нем расскажем позже. А пока давайте переключаться на паркет. По статистике коротко пробежимся. Джо Регланд в еврокубковых матчах Локомотива Кубань набирает больше всех очков. Он топ-скорер со средним значением 18,6 очка за игру. И занимает пятое место во всем турнире по этому показателю. Да, а еще знаешь, какую я статистику раскопал, пока готовился к этому матчу? Джо, бросок Марди Коллинза, сейчас смотрим, от счета не попадает. Джо Регланд самый... Да, вот этот перехват, все хорошо, все так и должно быть. Помешали легкие очки набрать Лиможу. Первый во всем Еврокубке Джо Регланд по количеству бросков с игры. 70 бросков он таких совершил и 30 из них забил. Он тоже по этому показателю первый, да. По точности он, конечно, не первый, но на третьей строчке по точности бросков с игры занимает тоже наш игрок Брайан Квали. Я говорю наш, не удивляйтесь, потому что это домашняя трансляция Локомотива Кубань, домашние комментаторы, поэтому мы немножечко будем притапливать за наших. Более того, сотрудники. Да, мы еще и сотрудники Локомотива Кубань. И притапливайте вместе с нами и вы. Пока счет 2-0. Дважды Лимож не забил. Активно с самого начала встречи этой Локомотив Кубань начал защищаться. Поэтому у Лиможа небольшие трудности с тем, чтобы найти свой ритм. Дмитрий Хвостов на розыгрыше. Брайан Квали поставил ему заслон. И Дима сам решает бросать в этом эпизоде. Квали выигрывает подбор, но Паша Антипов не смог удержать, да, мяч, обидно. Взяли подбор в нападении. По подбору в нападении Локомотив на четвертом месте в этом сезоне Еврокубка. Но надо рассказать о том, что в предыдущих двух матчах Еврокубковом и Единой Лиги ВТБ Локомотив Кубань неожиданно для себя и для всех болельщиков проигрывал подбор. И это то, на что напирал Саша Абрадович в предматчевом комментарии, что бросок дальний Димы Хвостова, и он точно на второй попытке Дима забивает. Тревор Лейси увидел его, не стал сам жадничать под кольцом в сложной ситуации, сделал скидку, и Дима Хвостов, конечно же, забивает. Вот, Саша Абрадович, тренер Локомотива Кубань, говорил, что нам нужно активнее играть на счетах, собирать больше подборов, если мы собираемся победить в этом матче. Потому что, в свою очередь, Лимож занимает пятое место по подборам нападений в Еврокубке. Поэтому... Есть чего опасаться. Да. Тревор Лейси пошел. Ну, конечно, тактический фол игрока Лиможа, чтобы не дать ему забить легкие очки. Друзья, мы будем мониторить ваши комментарии в социальных сетях и трансляции на онлайн-трансляции Сила ТВ. Все смотрим и постараемся на самые интересные, адекватные, хорошие вопросы отвечать. Если, конечно, мы будем знать, что отвечать. Ну, недавно показали главного тренера Лиможа Кайл Миллинга. Он сам по национальности... Отлично! Тревор Лейси поднял воздух Джойса. И грешновато было бы не забить в такой, да, ситуации. Он сам американец по национальности, но играл долго во Франции, получил гражданство и теперь работает главным тренером Лиможа. Да, здорово сработал Брайан Квали. Дима Хвостов немного упустил своего игрока в опеке, но Квали подстраховал и сделал все правильно. Тревор Лейси в падении передает мяч Пашу Антипову, через него Диме Хвостову. Посмотрим, как будет развиваться эта атака дальше. Дима обостряет. Один на один Брайан Квали. И стал бить сверху. Пик-н-ролл. Но трибунам и этого достаточно. Они заводятся, начинают громче аплодировать. Счет уже 9-3, и Лимож берет тайм-аут. Американец с гражданством Франции берет тайм-аут. Да. Вот первый комментарий. Здорово, когда есть обратная связь. Конечно, здорово
Задавайте свои вопросы, спрашивайте и по игре, и в целом о «Локомотиве Кубань». Постараемся ответить. Мы же все-таки находимся внутри «Лока». Может быть, какими-нибудь инсайдами обладаем интересными для вас. Главный тренер Лиможа обращал внимание на защиту в этом тайм-ауте. Да, не мудрено, он мне напомнил, знаешь, такого мощного британского футболиста в отставке. Такой крепкий дядька, честно говоря. И я уверен, что дисциплина у Лиможа ого-го. Наверняка. А вот и первые вопросики. Где раньше играл Брайан Квали? Отвечает Стас Момот. Брайан Квали прошлый сезон играл в Германии. В Ольденбурге они дошли до финала. Кому из российских команд больше всего знаком Ольденбург? В какой команде? Автодора. Да, Брайан Квали в том матче больше 30 очков. Да, в важном решающем матче. Ну, не побоюсь этого слова, напихал Автодора. В атаке Лимож. Посмотрим, как пройдет их первое нападение после тайм-аута. От Димы Хвостова Джойс опять уходит. И трехочковый сведение. Это его второй трехочковый. Все шесть очков Лиможа набрал он. Двумя трехочковыми попаданиями. Ну, грамотно действует на заслонах. Отсекают Дмитрия Хвостова. И на ногах Джойс уходит. И имеет возможность совершать эти броски. Потерял Локомотива. Да, Фрэнк Эллигард не справился. Открыв, заканчивается промахом. Но Эллигард собирает подбор после флоутера неточного. И теперь в другую сторону. Быстрая атака. Тревор Лейси не боится вот так вот бросать через руки. Снова быстрая атака Хейса. Он евростепом пытался Лейси напугать, но Джойс снова с дуги и снова забивает. Это очень. Пору хвататься за голову. Это опять же то, о чем говорил Саша Брадович перед матчем, что Лимож может, умеет, практикует быстрый баскетбол, будет бежать, и нам нужно активнее защищаться, чтобы этого не допустить. Паша Антипов получает мяч и трехочковый забивает, мягко закрывает и, так как Паша это умеет. Останавливает рывок 6-0 Лиможа. 12-9. После тайм-аута. Почти половина первой четверти прошла. Да, Марди Коллинз не дал легкий бросок не совершить. Поставил, но помешал. Маму Джайте. Коллинз на ветеранский объезд защитника под кольцо. Одно удовольствие наблюдать за Марди Коллинзом, который хитростью берет даже крепости. Даже это быстрой атакой назвать, но это была именно быстрая атака в исполнении Марди Коллинза. Снова с мячом на дуге Лимож. Нет, заброс в краску. И Паша Антипов пытался защищаться, но смолом. Паша показывает, что фол был раньше. И не стоит считать эти два очка, но судьи другое будут считать. Позволил набрать два очка Маму Джайте, являющимся вторым игроком по результативности в составе Лиможа. Один из лидеров он, команды в этом сезоне. 12,5 очков в среднем за матч набирает. Очень, а также 7 подборов. Да. Но в переднюю дужку мяч не долетает до цели. 14-11, трехочковое преимущество Локомотива Кубань. Посмотрим, что будет дальше. Джо Регланд. Тройная замена произошла у Локомотива. Райан Дроков, Джо Регланд и Дима Кулагин. Дима Кулагин, да, появились. Нет, не стал пробовать издалека Дима. Снова скидка на Джо Регланда. Но Джо медлить не будет. Совершает этот бросок. Хорошее движение мяча было. К сожалению, не забил класс. Ну, винить его тут не в чем. Полное право имел совершать этот бросок. Дима Кулагин на дуге высоко защищается. Мяч у Ховарда и через Регланда постарается пройти. Нет, сейчас... Да, Регланд спалил. Ну,
Так, Станислав, есть вопрос у нас про Дмитрия Кулагина. Как вы думаете, может ли Дмитрий в этом сезоне стать лучшим игроком команды? Ну, у него все для этого есть. Он может и сильно индивидуально играть, и командный игрок он отличный, поэтому... И четвертый трехочковый. Вот на что ставку и решил делать Лимож. Раз уж не получается в краске, давайте палить издалека. Дрю Джойс был в одной школе с Леброном Джеймсом. Кстати, вот такое вот знакомство, правило шести рукопожатий тут работает. Да, у Димы Кулагина все для этого есть. Единственное, что перехват. Разбежался Лимож. Видимо, скоро Саша Обрадович будет брать тайм-аут, чтобы остановить это безобразие. Пять секунд до конца атаки. Джойс постарается не удар разобраться с Элигаром. Скидка на дугу и быстрый бросок, неподготовленный. Истекает время на атаку. Закончу свою мысль. У Димы Кулагина, безусловно, есть шанс стать лидером команды. Единственное, что философия Саши Обрадовича не предполагает наличие яркого лидера. Одного лидера, да. То есть у него, он, обладая глубоким составом, в каждой игре любой игрок может взять на себя бремя лидерства. Да, так и есть. Если позволите мне метафорично высказаться, то Локомотив Кубань в этом сезоне — это как многоголовая гидра. Какую бы голову ты ни срубил, все равно найдутся другие. Давайте послушаем тайм-аут. Where is the screen? Where is the other guy? You know, like, why no structure? This is what he says he's gonna attack. With the close-up. The next office is fist, anyway. Okay, one or the other. On the strong, you know, here. Remember, side pick, hand off, you know, like we can have a, you know, like also player situation. В тайм-ауте Саша Обрадович обратил внимание на трехочковые, которые забивает Лимож, и на игру в защите. Что надо сделать? Чего не достает пока команде? Почему тот же Дрю Джойс забил уже 4 трехочковых? Также заказал комбинацию на следующую атаку, повторил ее, освежил в памяти, так скажем. Посмотрим, как раз, что сейчас продемонстрирует наша команда в этой атаке. Атака Локомотива Кубани. Не доходит мяч до Регланда. Вот просят у нас сравнить центровых Элигара и Квали. Кто из них станет основным? Вот мы уже говорили, коснулись этой темы, что сложно сказать, что кто-то станет основным. Они взаимозаменяемы со своими сильными сторонами. У каждого из них активно ротирует их Саша Обрадович. И, например, Брайан Квали в прошлой игре Единой Лиги ВТБ вообще не принимал участия. Играл Дима Кулагин, которого мы вспоминали. Отличную трёхку забивает. И опять 2 очка заступил он, да, за линию, к сожалению. Но в любом случае, учитывая прошлую игру с ВЭФом, где он до последних минут не мог открыть личный счет набранным очкам, хорошо, что он уже забил первый бросок свой. Наконец-то вырывают этот подбор. Тяжело там было, не все получалось, но мяч у Локомотива Кубань. Джо Регланд скрытую передачу в Райану Брокову. Дима Кулагин сам пошел, скидка на дугу. Мяч снова у Регланда. Еще много времени на атаку. Кулагин не спешит бросать. Элигар будет продавливать под кольцом. Не удается ему, но есть возможность подобрать. Есть нападение. Снова через Кулагина заигрывал Джо Регланд. Хэнд-офф на Джо. Что дальше? 5 секунд всего на эту атаку. И будет Крис Бэб бросать. Не точно, не разогрелся еще с Крис. Непростой бросок был. Он пропустил до этого 4 игры из-за травмы. Вот такие портили устраивают красноярские кольца. Не забивает. Силовой проход от Регланда. Зато Джо Регланд просачивается через... Да. А Крис Бэб вернулся в строй после 4 пропущенных игр из-за травмы. Поэтому, конечно, какое-то время ему понадобится, чтобы вспомнить, прийти в форму, да, как это играть не только на тренировке. Хотел перевисеть. Уильям Ховард показывал, что был на нем фол, но рефери не увидел никакого нарушения. В этой ситуации Регланд ускоряется, искал фол, тоже не нашел его. И снова попытка Криса Бэба, снова в ту же точку. Надо пристреляться Крису. Ну, напомним, что он хороший снайпер, много трехочковых совершает
за одну игру с процентом 40-45. Примерно даже сказал прекрасно. Да. Джойс опять после серии заслонов пытается свой дальний бросок. Первый его пробок. Пока Локомотив не дает Лиможу забирать подбор в нападении. Это один из ключей к победе в этой игре для Локомотива. 18-14, наброс и грубый фол. Останавливают. Да, просто Фрэнк плечом Эллигера в корпус сыграл. Так делать нельзя, конечно. В баскетболе такие вещи могут быть наказаны неспортивным замечанием. Все-таки игра такая, что судьи тщательно бдят за тем, чтобы было относительно безопасно для игроков, потому что игра со взрывными ускорениями, с обилием контактов, и можно очень сильно травмироваться. 45 секунд до конца этой четверти. 18-14, впереди Локомотив Кубань. Дмитрий Кулагин, поймали его в этой ситуации. И но фол. Фол, да. Судьи дают фол. Но могли бы и спорный мяч дать. У Лиможа перебор командных замечаний. Пятое, да, у них уже было. И сейчас Дима Кулагин сейчас встанет на линию штрафных. У Локомотива три. В дужку попадает Дмитрий Кулагин. Первый штрафной мимо. У него, напомню, пока 2 очка. Со второй попытки точен. Тревор Лейси защищался против Ховарда. И фол, и без 2 очков, просто 2 штрафных броска с линии. Фрэнк Эллигер немного не дотерпел, руками внизу свалил. Болельщики в баскетхолле со всех сил мешают Уильяму Ховарду совершать эти броски. Шумят, махают руками за кольцом, но Ховард точен 2 из 2. 19-16, последнее владение в этой четверти, которое, скорее всего, останется за Локомотивом Кубань. Смотрим на Джо Регланда, который пока тянет время, но... Чтобы не дать шанс на ответную атаку Лиможа. Да, через заслон. Нет, сам он совершает этот бросок со средней, промахивается Дмитрий Кулагин. И трехочковый Райана Брокопа затыкает сирену он этим трехочковым броском против Дмитрия Кулагина. Нужно Диму обязательно похвалить, который увидел Райана. 3 очка под занавес четверти от Райана. Он такие вещи любит и периодически делает. Практикует. Судьи воспользуются видеоповтором. Ну, я могу подсказать судьям, мы сидим, наша комментаторская позиция находится вот здесь немножко в углу за кольцом. И я отчетливо видел, что мяч приземлился в корзину, и только потом загорелась красная обводка вокруг табло. Да. Итак, со счетом 22-16 заканчивается первая четверть, если не будет никаких изменений после видеоповтора. Давай обратим сейчас внимание на комментарии в интернете, в чатике на Сила ТВ. Считаете ли вы достойным и правильным решением поставить капитаном популярной российской команды американца Коллинса? Ну, нам сложно судить и тем более давать какую-то свою оценку. Да нет, но мы можем оценивать это объективно, учитывая большое количество новых легионеров. Также тот факт, что Марди в прошлом сезоне уже был в команде. Его возраст, его опыт, его авторитет среди, прежде всего, американских легионеров. И это было... И необходимость адаптировать американских легионеров под требования главного тренера, под его систему игры, под какие-то особенности жизни в России. Конечно, опытный Марди именно тот человек, который мог справиться с всеми этими задачами. И это было... рекомендация, совет, решение, как угодно это назовите, Саши Абрадовича, которое он, конечно, принимал вместе с командой, вместе с руководством клуба. И
Я вот за себя говорю, я готов только поддержать его в этом решении. Марди Коллинз именно что справляется. Все он развивается так, как хотел Саша Обрадович, поэтому ну грех там на что-то жаловаться. Хотя Марди очень хорошо справляется с этой ролью. В команде отличная атмосфера. Да, химия налажена. До этого я говорил про американцев, да, что большое количество новых легионеров, и это важно, но также и с россиянами отличные отношения и у Марди, и вообще нет разделения легионеры русские. Все отлично общаются, и в этом большая заслуга Марди как капитана. Все так. Единственная претензия, которая, ну, или высказывание по этому поводу, которое мы встречаем, то, что американец руководит российской командой. Но я считаю, что это какая-то надуманный комментарий такой, реплика, поэтому, ну, вот никаких минусов, только плюсы. Команды возвращаются на паркет. Вторую четверть начинать будет Райан Брохов, Марди Коллинз, Брайан Квалли, Дмитрий Кулагин, очевидно. И что-то происходит, обсуждение у Саши Обрадовича и судей. Один из рефери пошел к Кайлу Миллингу, тренеру Лиможа. Какие-то изменения в счете по итогам видеопросмотра. Забрали у Локомотива три очка. На данный момент забрали три очка. Но совещание судей продолжается. Саша Обрадович какие-то последние комментарии сказал, просьбы своим игрокам. Ну, очень странно. Я могу биться об заклад. Но я, конечно, могу ошибаться. Но я почти уверен, что трехочковый был совершен установленное для этого время. Дорогие друзья, если у вас есть возможность отмотать трансляцию, по-моему, ВКонтакте или эта возможность есть, или в Ютубе, то можете отмотать и посмотреть. Да, в итоге окончательный счет первой четверти 19-16. Команды готовы начать вторую четверть. Обратный отсчет до начала второй четверти зачитали трибуны. Лимож выводит мяч. Дальняя попытка Лиможа не точно. Брайан Квалли взял подбор. И снова Джо Регланд на розыгрыше этой атаки. Позиционная атака Локомотива. Да, крутят комбинацию, как мы это говорим. Марти Коллинз чуть не потерял мяч, но справился с мячом, с собой, с броском. И средний забивает. Два очка копилки у Лока. Коротко по статистике первой четверти. Локомотив за явным преимуществом выигрывает подбор со счетом 14-5. Ну, Саша Обрадович добился от своих игроков то, чего хотел. Активнее работать на подборе. Может, всего лишь одна потеря. Снова промах. И снова Коллинз правильно поставил спину, забрал этот подбор. И заброс будет на... Нет, не будет там Брайана Квалли. Не успел Квалли правильно выбрать себе позицию. Но теперь... Да. Три человека стянулись к Брайану Квалли, но Тревор Лейси все равно отдал туда передачу. Не получается у Лиможа добить этот мяч. Два подбора в нападении они себе заработали, но двух очков нет. Не удалось добить. Тревор Лейси исправляет ситуацию. Отличный проход. На дриблинге. На скорости объехал и забил. Еще два очка у Лока. 23-16. 4-0 в начале второй четверти. Мяч не врет. Лока восстанавливает справедливость. Вот тут трешку не засчитано. Даже с запасом. Отличная защита от Тревора Лейси. И Реган
Да, спасибо, Регланд. Замучил, Регланд замучил сказать, спасибо за эту передачу. И быстро отрыв Джора за два очка. Вот обратите внимание на эти ситуации, когда маленький Регланд, 1,82 м, идет в проход. Как долго он висит в воздухе, чтобы приземлились уже все его оппоненты, и он спокойно лейапом отправляет мяч в кольцо. Это настоящее искусство. Аксель Бутей набирает первые свои два очка. Он является лидером Лиможа в этом еврокубковом сезоне. Набирает 14 очков в среднем за игру. Молодой игрок, 22 года ему всего лишь, француз. Сдваивание было на Регланде в попытке отобрать мяч. Но Регланд наказывает. Успокаивается. Наказывает. Говорит, ребята, воу-воу-воу, так со мной не надо. Потому что сейчас будет что? Будет проход и два очка. Силовой проход. Силовой. Отличная защита от Марди Коллинза. У Регланда силовой проход, а у Марди Коллинза сейчас будет ветеранский проход. Не удалось. Да, Райан Брока почти смахнул этот мяч, но вторым темпом набегал Аксель Бутей. И набирает два очка после подбора нападения. Джо Регланд немножко недоволен предыдущей атакой, как все развивалось сумбурно. Сейчас, конечно, будет позиционное нападение. Неспешное по текстбуку. Быстрый трехочковый Райана Брокхофа. На этот раз невозможно вынимайте. Не засчитать. Вынимайте, господа французы. В 30-20. Солидный рывок Локомотива Кубани. Во второй четверти несколько перехватов. Алекс Бутель со средней. Последние 6 очков своей команды набирает. Мяч у Тревора Лейси. Не будет он бросать, совершает бросок. На квале забрасывает. Действительно, почему бы не поиграть под кольцом. Но... 6 секунд, Райан, смотри на время. И вот это после пивота, кроссовера. Райан Брока по такие штуки тоже умеет. Не все трехочковые бросать. Я вспоминаю первый сезон Райана Брока в Локомотиве Кубани. Я напомню, он перешел в межсезонье перед сезоном 15-16. И Георгиос Барцокас, тогда тренер Локомотива Кубань, по ходу сезона в одном из интервью похвалил очень Райана Брокхофа и сказал, что это один из самых умных игроков, с которым я работал и которого я видел. В английском языке есть такое понятие, как glue player, то есть игрок-клей, который склеивает своей игрой и характером команду воедино. Это не капитан, который является явным лидером, а такой теневой... Старком. Надежный, назовем его надежный старком. Игрок, да. И Райан является именно таким игроком уже третий год в составе Локомотива. Атака Локомотива Кубань. Мяч у Тревора Лейси в падении. Он передает мяч Эллигеру. Он уже в падении передает. Да, не может мяч. Поймать баланс. Фрэнк Эллигер. Отличный пас от Паши Антипова и два очка. Не стал данчить, не стал совсем запугивать Лимож. Потому что это действительно страшное зрелище, когда Фрэнк Эллигер сходу лупит сверху в кольцо. Кольцо со страшным стоном и скрипом отзывается на эти два очка. Поэтому в этот раз Фрэнк Эллигер решил слегонца. Видели мы сейчас графику со счетом по четвертям. За первую четверть Локомотив набрал 19 очков, а за половину второй уже 15 очков. Очень даже неплохо. Вообще в последних играх в атаке Локомотив очень неплох.
уже на 8-м месте в Еврокубке по результативности в Лиге ВТБ, если я не ошибаюсь, 3-е место тоже по результативности. Все так же солидная защита. Паша Антипов выходит на паркет. С Димой Хвостовым двойная замена. Уходит мяч, владение переходит к Локомотиву Кубань. По мотивации Лиможа. Лимож сейчас в группе С находится на 4-м месте. Напоминаю, что в стадию топ-16, ласт-16, как это было раньше, выходят только первые 4 команды. И если Лимож сегодня проигрывает, то они крайне осложняют себе жизнь по вот этому выходу в следующий этап. Паша Антипов издалека не забивает. Мягко проскакал по дужкам мяч. В свою очередь, если Локомотив сегодня выигрывает, то заранее обеспечивает себе место в топ-16. Место в топ-16. Досрочно выходим. Выходит, и уже можно будет об этом открыто говорить. Скажу даже так, что в Еврокубке почти каждый сезон Локомотив Кубань досрочно себе гарантирует место в следующем этапе, после группового этапа. Но конечная цель, конечно же, победа в Еврокубке. Ну, это то, что декларирует Андрей Ведищев и Саша Абрадович. Конечно, победа в Еврокубке и выход в Евролигу. Тем более Локомотив Кубань знает и умеет, как там играть в Евролиге. По запросам в сезоне выходил в финал 4. Первая в истории команда, обладатель Wild Card, которая вот сходу вот так взяла и вышла в финал 4. И тогда пресса и российская, и европейская баскетбольная просто стояла на ушах. Давайте возвращаться на паркет. Паша Антипов делает скидку на Диму Кулагину. Он там был совершенно один. И ничто не мешало, совершенно ничего, забивать ему этот трехочковый. Дима молодец, красавчик. На ногах пытается Фрэнка Эльгара обойти. И фол был раньше. Паша Антипов все правильно хороший сделал. Хороший фол, да. Фол был, так скажем, на полу. То есть не в бросковой фазе. Соответственно, Лимож будет водить мяч сбоку. Да, но это 4-е командное замечание Локомотива Кубань. А у Лиможа в графе вот этих вот замечаний 0. Я думаю, что здесь есть прямая связь между нулем фолов и разницей уже в 14 очков. Наверняка, да. И тренер... Лиможа Кайл Миллинг как сейчас говорят, прямо тренеры... очень хочет, чтобы и команда заиграла агрессивно. Да, да, безусловно. Не можете защищаться, хотя бы свалите. Да. Вова Ивлев на паркете. Вместо Паши Антипова. Первый раз в сегодняшней игре. Да, защищается он на сильной стороне. И... Джойс набирает очередные 2 очка. Их у него уже 14, это больше половины очков команды. Ну там вообще как бы не густо, будем говорить откровенно. 14 у Джойса, 2 у Джайтея, 2 у Ховарда и 6 у Бутея. И все, больше никто в Лиможе очков не набирал. В отличие от Локомотива, где почти 9 все игроков. Уже отметились. Дима Кулагин. Тяжелый бросок не забивает. Это поразительно. Какие длинные руки у Вовы Ивлева через голову. Они даже немножко как удочки вытянулись вперед. Телескопические. Он забрал этот мяч, под него игрок Лиможе. В 21 веке как селфи-палки. Как селфи-палки, да. Удобно. Если вам нужно классное селфи сделать, можете попросить об этом Вову Ивлева, если встретите. И Вову Ивлева тоже нужно отметить. Поразительно он заиграл в этом сезоне. Очень хорошо делает и играет и в защите. Прибавил в нападении те матчи, в которых... Заработал себе стабильные минуты. Да, и выходит в старте. Поэтому только можем порадоваться. В общем и целом, российские игроки имеют хорошие минуты в ротации Локомотива в этом сезоне. Новопришедший Дима Кулагин, также Дима Хвостов, Антипов, Ивлев. Крис Б бросает издалека. Ну, третий это его бросок. По-прежнему он не настроил. Недавно он вышел на площадку и не согрелся. Не настроил еще он прицел. Лимож в атаке. Я думаю, пришло время для того самого эксклюзива, который мы озвучили ранее. Друзья, 27 ноября в Нижнем Новгороде сыграет сборная России против Бельгии. И эксклюзив в этой новости не то, что сам матч будет, а в том, что Локомотив Кубань теперь... Фрэнк Эльгар лупит сверху. Вот что теперь.
Это наш эксклюзив. Это наш эксклюзив. Нет, на самом деле, Локомотив Кубань теперь базовая команда для сборной. От Лока 6 человек отправятся в Нижний Новгород, чтобы принять участие за сборную России в этом матче. Ну, давай, скажем так, вызваны 6 человек. Вызваны, да, вызваны на сборы. Посмотрим, как там будет дальше, но ситуация на данный момент обстоит так. Это еще нигде не объявлялось. Впервые мы это говорим об этом, впервые вы об этом слышите. Если среди вас есть баскетбольные журналисты, можете, вот заголовок мы уже вам озвучили. Лока – базовая команда сборной. Уильям Картер встал на линию штрафных, первый мажет. Джош Картер, простите. Джош, конечно. Уильям – это Ховард. Уильям Ховард и Джош Картер. Второй забивает. 23-й номер на его игровом джерси. Не зря, я думаю, он его выбрал. Майкл Джордан, Леброн Джеймс. Можно продолжать. Регион, номер на государственных знаках автомобиля Краснодарского края. Тоже 23. Очередной неточный бросок Криса Бэба, но Владимир Ивлев... Дмитрий Кулагин находит фол, конечно, он о нем и думал. Дима Кулагин по казам убирает и под... И отсчита аккуратным бросочком. Буквально вот у него последние сантиметры остались до приземления на паркет. Успел выбросить он этот мяч, отсчита забивает. Еще и защищаться красивый остается девочка на половине соперника. 40-25. Или можно уже впору схватиться за голову. Фрэнк Эллигер не удержался на ногах. Похоже на... Фол в нападении. Да, будет, нет? Да, так и есть, фол нападения. Все правильно. Немножко даже повезло в этой ситуации Локомотиву Кубань, потому что Фрэнк Эллигер упал, подскользнулся, может быть, открыл свободное пространство. Но Дима Хвостов был тут как тут. Да, Дима Хвостов был рядом и вытянулся по струнке, поднял руки вверх. И сейчас далее мы видим повтор. Вот. Конечно, конечно, успел занять он свою позицию. Все было судьями истолковано верно. Крутит, колдует на дуге Дима Хвостов, освобождая место. Снова отлично проходит Дима Кулагина. Дима начал, а другой Дима закончил. И плюс 17 уже у Локомотива в конце второй четверти. 45 секунд осталось. Крис Бэб очень плотно защищается на дуге против Уильяма Ховарда. И почти перехват случился. Заброс в никуда. Какие-то там тень Лиможа там находилась в этом углу. Локс Дэнсерс, прославленный танцевальный коллектив, группа поддержки Локомотива Кубань сейчас на паркет вышел. Занимает этот небольшой перерыв, тайм-аут. Ну, а этот тайм-аут взял Саша Абрадович, чтобы объяснить, что надо сыграть в атаке, чтобы ударно закончить. Да, это его последний тайм-аут в первой половине, почему бы им не воспользоваться. Разница в 14 очков выигрывает Локомотив пока вторую четверть, дав набрать всего лишь 9 очков. High screen, pick and roll, hand-off. Repeat. Repeat. Одно удовольствие слушать тайм-ауты Саши Абрадовича, особенно когда немножко понимаешь в баскетболе, как он расписывает эти комбинации для своих игроков. Остается только сыграть. Сейчас посмотрим на исполнение того, что предложил Саша Абрадович своей команде.
Марди Коллин занимает место в углу. Райан Брока в другом. Джо Регланд наверху. Заброс на Эллигера. Эллигер тоже вверху на дуге. Хэндофф на Джо Регланда. Вот наконец-то этот последовал. На нем сдваиваются. Через Брока на Лейси. 3 секунды до конца. Со средней он бросает сведение и забивает. Поразительно. Ну, вот большую половину комбинации, которую обозначил Саша Обрадович, я заметил. Это сложно, но я ее увидел. И бросок неподготовленный. Со счетом 44-25 заканчивается первая половина. Уверенное, почти 20 очков. Уверенное преимущество Локомотива. Сам результативный Дмитрий Кулагин. 9 очков набрал. 9 очков, но при этом почти у всех игроков Локомотива Кубань в заявке есть очки. Понемножку, по чуть-чуть, но набирают все. И это самая большая сложность для соперников, которые играют против Лока. Как? Против кого обороняться, когда любой игрок может выстрелить, любой игрок может набирать очки, может брать на себя ответственность? Very physical team, you know, despite me not playing. They're also missing their big right now, so, you know, they're missing a little bit of strength under the basket, but, you know, we came out ready to play tonight, and it's showing. And about Loka? We're ready to play, as you can see with the score. Good luck. Фрэнк Эллигер с интервью перед тем, как уйти в раздевалку, истекая потом, сказал, что очень физически сильная команда Лимош. Да, он не играл в первой игре, и его спросили, какое его мнение, учитывая, что в первой игре он не участвовал. Он сказал, что очень физически сильная команда. И потом его спросили про Локомотив Кубань. Да. Сказал, да, мы готовы побеждать. Посмотрите на счет. Да, 44-25. Вернемся минуточек через 10-12. И посмотрим вторую половину игры домашней Локомотива Кубань против Лимоза. До встречи, не уходите далеко. Спасибо, что вы с нами. Надеемся, что за этот планш баскетбол понравится вам не меньше, чем смерть на паркете. Of the ball for Krasnodar. What a play this is, Ragland! No. Oh, and in for England! In fact, it's Brokhoff who got it. Counting for nothing. Jelinek is involved. Hernandez. And another turnover and his problems. Fast break is on. And just look at that. The thunder dunk on the back end from Michael Herring. Nobody was going to come between Michael Herring and a big throwdown. Poor press trying to stop things happening. That is wonderful play. Oh, yes! What a way to finish off the first half. Great defense by Gamble. Absolutely outstanding defense by Gamble! And what a block from behind by slaloming in his way to the rim, but it's no good. And Simonovic on the other end. Big dunk by Simonovic, and he hammers it home. And we're tied.
shot to Jenovic off the mark. Thompson's a real magician with the ball. Lots of head fakes, lots of look. Oh, he passes to Zerbes! Oh, what a pass by Hobbs to Zerbes! He's got eyes in the back of his head! Just going about to work this. Oh, a huge monster slam on the fast break from James Bell. This now is starting to look a little bit concerning if you're Juan Peñarroya. Baseline jump shot from Reynolds, just off the mark. And a pass ahead, can Booker finish? Fast break basketball from Bayern. Turns to face the basket, trying to dizzy the defense. Stepanovic denied by Bayern. Valois pouring forward behind the back pass, three-point shot, will fall for Clement Prepelic, and the Valois lightning bolt from downtown Paris. The block at one end from Ware, then the behind the back pass to find Prepelic free, punched on the perimeter. Here now, Gurek with the three. Oh, what a shot with six on the clock. It's Gurek with the three-pointer. Unbelievable game for Kyle Gurek. 27 points. Can you believe it? European night, midweek, nothing better. So the calm before the storm of competition here. The atmosphere starts to bristle here in the arena. And look at the fans adorning the colours of their club they adore. Tip-off is upon us. Here we go. What a play this is. Wonderful play! Oh, yes! This is one of the best shooting performances you will ever see from anyone, anywhere. Oh, wonderful pass! What a block from behind! Just an incredible tidal wave of noise. Dominic Sutton. To get up, watch me dunk. Oh, the alley-oop and the one-handed flush! Lobs up the alley-oop and it's thrown down one-handed by Cunningham. Guys over the defender and slams it down. Posterizing stuff. Oh, buzzer beater from three-quarter court. Loka prevents Limoges from offensive rebounds very effectively. Was it a special strategy for the game? And what would you do in the second half? Yeah, last two games we lost by, you know, opponents, you know, like all out-rebounding us. Today was completely different picture. I think, you know, defensively we were there. Apart, you know, defense on Joyce, which were could be better, you know, like the rest, you know, we control. You know, like we allowed, you know, just 25 points, and for us this is good. Just to keep going like this, you know, like again, you know, like nothing, like we don't have this lead, you know, we should go in and play, you know, like strong. Thank you.
Привет, с кем не слышались. Возвращаемся на паркет «Локомотива Кубань», на арену «Баскет Холл». Давайте пробежимся по статистике перед началом второй половины. Сможет ли Лимож совершить камбэк? Потому что сейчас французы остают уже 19 очков. Не знаю, смогут или нет, но статистика у них, так скажем, не очень. По эффективности «Локомотив Кубань» суммарно набрал со всех игроков 62 балла, у Лиможа 15 всего лишь. Что еще из интересного? Катастрофически мало результативных передач сделал Лимож. Всего 3 за всю половину.
у Локомотива. Лимош и так занимается 20 место по результативным передачам в сезоне, поэтому это ладно. Но вот по подборам Локомотив выигрывает со счетом 23-9. Ну и также процент двухочковых бросков у Лиможа 25 всего лишь. 5 попаданий из 20. Прямо скажем, не идет игра у ребят, но у них еще есть время обозлиться, закусить у дела, как говорится, и пойти вперед. Но мы, конечно же, болеем за Локомотив Кубань, за наших. И надеемся, что парни не дадут им этого сделать. Тем более, вторая четверть Лимож ограничили в наборе очков. Даже десятки они не смогли набрать. Всего 9 очков за второй игровой отрезок. А Локомотив Кубань провел ударно, целых 25 наколотил. Локомотив занимает третье место по защите, по пропущенным очкам в Еврокубке, поэтому это не должно сильно удивлять. Дима Кулагин против персонально, да, обходит он его, делает скидку. Фрэнку Элигару не удается тому, плотно против него защищались, не смог он совладать. И тактически фолит Райан Брохов. Абсолютно правильный фол. Нужен шум, призывает ведущий на арене болельщиков. Конечно, нужно пошуметь, потому что Локомотиву Кубань прямо сейчас нужно защищаться. Половина истекшего времени на атаку у Лиможа истекло, но Хейс забивает трехочковый после ведения. Свои первые 3 очка в этой игре набирает. Да, и Дима Кулагин взялся за розыгрыш мяча. Скидка под кольцо Вове Ивлеву. Райан Броков один, совершенно один остался. И без всяких стеснений, зазрений совести трехочковый этот забивает. Второй для себя в этой игре. Аплодируем Райану Брокову. Да, и третий, но не засчитан один был. Дима Кулагин продемонстрировал немного актерского мастерства и полное нападение получает номер 14 Конклин из Лиможа. Ну, кстати, Райан Броков, который забил предыдущую треху, пока играет со 100% точностью. 100% из-за дуги, 100% со средней. Буквально скидка на Вову Ивлева, проносит он сквозь руки, взрываются трибуны баскетбола. Вот такое Вова Ивлев начинает показывать все чаще и чаще. Уверенно он себя чувствует в нападении, и это очень и очень радует. Того уже 10 игроков набрали очки в этой игре. Из 12? Из 12, да, Локомотива. И передача в никуда от Уильяма Ховарда. Очень тяжелый пас. Он, да, там Райан Броков просто приклеился к нему, не давал ему особо там разгуляться, поэтому не нашел он передачи JT. ...49-28, уже больше 20 очков преимущества Локомотива Кубани. Джо Регланд настраивает, дирижирует командным нападением. Хэндофф на Райана Брокова, и не справился он с мячом. Неаккуратно передал Володя Ивлев, и мяч ушел в аут. Тренер, конечно же, немного недоволен. Да, немного, именно, в кавычках. Он именно Ивлеву предъявляет претензии за этот хэндофф. Да, более четко нужно передавать мяч в таких ситуациях, потому что это распространенный игровой элемент. Часто его используют, и он, конечно же, должен быть отточен. Сбоев в нем не должно случаться. Трехочковый снова Лиможа, и мяч снова в корзине. Через руку Райана Брока. Да, они взялись за ту же тактику, которую использовали в первой четверти. Если не идет под кольцом, давайте будем ждать издалека. И пока это опять удается. И Райан Броков с той же точки, но промахивается. Но берет подбор. Не выключается из игры. Передал Диме Кулагину. Регланд издалека попробует. Не попадает. Снова Райан Броков. Подбор. Просто цирковым почти броском. В быстром отрыве. Лимож. Тут, конечно, Локомотиву не стоило сильно радоваться этому эпизоду, сложному предыдущему, потому что Лимож быстренько наказал. Да, очень простые 2 очка набрал Лимож. Не любит такие вещи Саша Абрадович. Да и никто из тренеров не любит. Потеря концентрации.
Да, Регланд там просачивался через двух игроков, на нем фалят, конечно же. Тяжело против таких вещей защищаться и тяжело не заработать фол, когда ты вроде бы сдваиваешься, ты вроде бы не даешь пространства для маневра, но маленький юркий игрок все равно его находит, лезет в это небольшое отверстие и, конечно же, на нем приходится фалить, потому что чисто там отыграть, ну, практически невозможно. Третий фол получает основной большой лиможа Мам Жайте. И Тревор Лейси ввел мяч на Дмитрия Хвостова. В падении вылавливает мяч Райан Броков. Дмитрий Хвостов хотел идти в проход. И четвертый командный фол получает Лимож в третьей четверти. Да, его Ивлев галантно придержал игрока, по-моему, Джойса, да, чтобы да. тот не упал. И потом еще и похлопал его по плечу. Человечище. И отправился отдыхать с чувством выполненного долга. Интересно, с какой формулировкой? Вова, ты слишком мягкий. Будь жестче. Ладно, возвращаемся на паркет. Дмитрий Хвостов быстро, стремительно перемещается по дуге. Опять после сдваивания Фрэнк Эллигар вылавливает мяч, но вот... Ну, у него за спиной был игрок Лиможа. Да, он его таких, просто не видел. В таких ситуациях, конечно, партнеры должны предупреждать. Открытый средний бросок, но не точный. Тревор Лейси вылавливает, выуживает мяч на кончиками пальцев. Райан Броков переводит на дугу на Дмитрия Хвостова. Дмитрий пока ушел с головой в розыгрыш, пока не смотрит на кольцо, не бросает. Пошел проход, скидка на Пашу Антипова. Райан Броков со средней. Точен! Опять отличное движение мяча. После первоклассное. Да. И довольно простой бросок. Броков забивает. Дима Хвостов заранее палит. На всякий случай. Держит Локомотив Кубань 20-очковое преимущество. Плюс-минус туда-сюда. Уже почти 5 минут прошло третьей четверти. И для Лиможа можно сказать, что сейчас решающий момент. Если в третьей четверти они не смогут переломить эту ситуацию... Болельщики отдельно приветствуют Райана Брокова, который... Да, он уходит на скамейку. Да, за его ударный отрезок. Да, если в третьей четверти Лимож не сможет переломить ситуацию, то в четвертой им будет крайне тяжело. Фрэнк Эллигар тут Хейса поймал, затормозил его передвижение и... Нашли, разбили они прессинг французы. И отправили все-таки мяч в корзину. Тревор Лейси на ногах пытается объехать в проходе. Паша Антипов! Да, к сожалению, мяч выскакивает из корзины, но Фрэнк Эллигар выручает, забирает подбор. Не хватает ему иногда жесткости. Паша. Мог бы дать сверху, да? Как... Ну, где-то, может быть, он не долетал немножко. Расстояние, конечно, все-таки маленькое. Тревор Лейси! Отлично! Трешку отправляет. Неудобно ему было, немножко истекало, истекало время на атаку, на самом деле, одна секунда оставалась, поэтому абсолютно правильно. Да, бросок. Да, 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 ему было неудобно. Скорее вынужденный бросок. Не подготовился, в разножку даже немножко кидал, но попадает. Молодец, герой. Сбились на шальные дальние броски. Гибсон не набрал еще ни одного очка, хотя в первой игре он забил. Тревор Лейси заблокирован. Мяч остается у Локомотива Кубань, 18 секунд. Женя Мушкетер пишет, передай мне привет. В любой другой трансляции, например, на Матч ТВ, это было бы невозможно. Но мы же классные чуваки. Привет, Женя Мушкетер. Привет. Так, Марди Коллинз на Тревора Лейси. Снова Владимир Ивлев с мячом. И Марди Коллинз за мяч. Что он придумает? Опытный, многоопытный игрок. Придумал он бросок в душку, к сожалению. Да, там фол Тревора Лейси, конечно же, не стоило так плотно опекать игрока своего. Третье командное замечание Локомотива Кубань. Лимож уже их насобирал 4.
этому Локомотива больше всего фолов у Паши Антипова. То есть в целом ситуация не пожарная, все хорошо, и продолжаем играть, продолжаем защищаться. И Тревор Лейси выловил. Да, и тут, конечно, не успалили. Обиделся Уильям Ховард, что вот так вот не дошла передача к нему. И решил на Треворе Лейси впалить. И он пробьет два штрафных. Да, Трей становится на линию, конечно же, потому что пятая командная замечание Лиможа. Немножко снизился темп набора очков. Может быть, подустали игроки обеих команд. Может быть, изменили тактические какие-то решения тренеров. Лейси 10-е свое очко набрал. И еще у него есть возможность набрать 11-е. Если сейчас он будет точен, что, собственно, он и делает. Так, Конклин играет спиной против Вовы Ивлева. Неудобного положения он бросает, но почти. Бросок, да. Но почти. Хорошая защита от Вовы Ивлева. Вова Ивлев устремился под кольцо, ждал передачи от Хвостова, но там было неудобно. Хвост опять с мячом у Тревора Лейси. Передача на Паша Антипова, к сожалению, не очень удачная. Паше не удалось бросать издалека, пришлось идти в проход. Там, и конечно, снова уже встречали. В проходе не точен. Тормозят игру ребята из Лока, не дают Лиможу разогнаться от слова совсем. Обилие тактических фолов. Поэтому Лиможу приходится не сладко. Не могут они нащупать ни свою игру, ни ритм. Кулагин отдал своего игрока Коллинзу, и Паша Антипов не успел тут немножко в защиту, но бросок не находит, мяч не находит корзину, и Кулагин теперь начинает эту атаку. Коллинз скинул на Лейси, быстрая передача Антипову, и трешка мимо. Нет, точно. Лейси отзащищался! Евростеп! Ой, брат, оставь это себе, вот лучше держи блокшот. Второй попытки Картер забивает. Все-таки трехочковый. Кольцо Лока. Играл он в свое время в России за Спартак Санкт-Петербург. Давненько это было. Да. В угол Марди Коллинзу решает идти. Он с пивотом под кольцо. Но неудобный пас. Да, неудобная передача. Дима Кулагин, конечно, не виноват, что не смог он выловить. Ну и Марди сложно было его отдавать, потому что после разворота лихого. Так, тут сыпятся буквально вопросы из чатика трансляции Сила ТВ. Товарищи комментаторы, как у вас дела? У нас дела хорошо, комментируем баскетбольный матч. Команда выигрывает. Радуемся. 58-38. 20 очков преимущества у Локомотива, вокруг которого, собственно, все и вращается последние 8-10 минут. Тревор Лейси почти перехватил. Очень агрессивно. Молодец играет в этой ситуации. Антипов не дает просто так забить эти 2 очка, но все-таки у Хейса это удается. Джайтек. На дугу снова Дмитрий Кулагин не может выловить этот мяч. И снова это, наверное, не вина Димы Кулагина. Очень высоко Тревор Лейси отдавал, перебрасывал игроков Лиможа.
И проходит, конечно, он забьет. Два очка. Паша Антипов все время был на полшага позади. Был бы это Фрэнк Эллигер, может быть, сзади. Или я даже знаю, кто. Энтони Рэндальф. Он любил вот так вот в ловушечку отпускать своего игрока. Типа, ты беги-беги, а я тебе сзади мухобоечку. Да, ты бросок, да. Поверь, что ты сможешь забить, а сзади я тебе устрою. Саша Обрадович взял тайм-аут. 16 очков остается от преимущества Локомотива. Супергеройский танец Локс Дэнсер сейчас был на экране. Легко Паша дал обыграть себя один в один. И не было никакой страховки. Возможно, конечно, нужно было палить в этой ситуации заранее. Ну, все равно это было бы два штрафных. Третью четверть Лимож выигрывает 3 очка, 17-14. Есть вопрос про Брайана Квали, что он куда-то пропал. Трудно сказать, почему он сидит на скамейке. Скорее всего, потому что он пропустил предыдущую игру из-за небольшого повреждения голеностопа. И, возможно, снова Саша... трехочковый. Не точно. Возможно, Саша Обрадович считает, что он пока не готов. Аксель Бутей с мячом. Закидывает он в краску, и Джайте не справляется. Да, рефери считает, что Фрэнк Эллигер коснулся последним мяча, и владение остается у Лиможа. Далека снова не точно. Тяжелый бросок, да, через руку Райана Брокхофа. Но при этом... И Дима Кулаги в быстрой атаке забивает с фолом. А, Дима молодец. Втянулся уже в... Не так давно он пришел в Локомотив Кубань уже по ходу сезона, но втягивается, все больше у него получается. Уже однажды даже он стал MVP матча. Предыдущий матч как раз в Еврокубке в гостях с Партизаном. 44% почти точность трехочковых у Лиможа. У Локомотива этот показатель просел до 36%. Это, конечно, приемлемая точность, но можно получше. Зато со средним... Что еще остается Лиможу с процентом 33? Со средним, да, конечно. Бросков. При этом у Лока стабильно все в этом параметре хорошо. 62,5% точность со средним. Играют свою игру, не нервничают, не паникуют. Все хорошо. 60-42 на табло. Райан Брокко против Джайте защищался и фол там находит. Свалил Крис Бэб, вышедший снова на площадку. И два штрафных. Ну, не будем лукавить, не очень задалась игра у Криса Бэба сегодня. Хотя он и записной снайпер Локомотива Кубань. Напомню, что он пропустил 4 предыдущих игры из-за травмы небольшой. Конечно, нужно время, чтобы вкатиться, сыграться и вспомнить все. Но это не так страшно, потому что мы уже говорили, что у Локомотива Кубань любой может выстрелить, любой может взять игру на себя в каждом отдельно взятом матче. Поэтому Крису спокойно можно вкатываться, и все, конечно, будет. И счет пока позволяет. Да, 60-44. Давайте подсократилось минуты, чтобы втягиваться. Преимущество Локомотива до 16 очков, но все в порядке. Последняя атака остается за Локомотивом. Ну, как последний? 3 секунды будет еще у Лиможа на ответ. Ну, да, Регланд сам находит Кулагина, но не получается опять выловить этот матч, мяч. Да что ж такое? Много потерь в третьей четверти у Локомотива.
Да, и теперь почти 7 секунд у Лимоза. Да, в итоге 7 секунд есть. Это прилично времени, на самом деле. Локомотив в игре с Литова Стрита. Кулагин сокращает его до 2 и вынужден бросать какую-то несуразицу. Аксель Бутей, конечно, даже не в сторону. В сторону, но не в нужной плоскости. 60-44 заканчивается третья четверть. Через минуту начнем последний, возможно, последний игровой отрезок. Со счетом 19-16 в итоге выигрывает Лимож третью четверть. Да, немного сокращает свое отставание. 3 очка они отыграли. Давайте посмотрим лучшие моменты в третьей четверти. Аксель Бутей заставляет Сашу Обрадовича понервничать. Но Райан Броков тут свои 3 копеечки, 3-очковую копеечку. И снова Райан Броков, но уже 2-очковую копеечку. И снова Райан Броков. Да, Райан хорош был, 7 очков за четверть. Уильям Картер здесь ушел от Паши Антипова. И Дима Кулагин вот тем самым евростепом сделал то, что должен был. Есть ощущение, что Кайл Миллинг, главный тренер Лиможа, немножко взял под контроль свою команду. Вторую четверть Лимож провалил абсолютно, но сейчас чуть-чуть налаживают они свои дела. Набрали свои очки в атаке. Помогли потери Локомотива где-то отзащищаться. Так, начинаем решающий отрезок игры. Лимож начинает четвертый период. Да, не разобрались здесь партнеры, Джайтей, Картер. Не поняли друг друга. О чем я говорил, что в первой половине у Локомотива было 5 потерь, в третьей четверти их также было 5. Да, за всю третью четверть сколько за первую половину. Нужно немножечко концентрирование играть и больше дорожить мячом. Да, Фрэнк Эллигер Криса Пеба скидывает, а Крис уже находит Фрэнка, и там на нем палят. Фрэнк, я думаю, хотел сделать показ, но тут уж спалили и посчитали, что спалили так, бросок. Что да, ни показ, ни бросок не сделает. Да, очень грубо по рукам дали. И судья отправляется изучить видеоповтор. Чему бы это? К дождю, наверное. 3-очковому от Райана Брокова. Нет, он смотрел, простой ли это был фол или неспортивный. Неспортивный, и ему не понадобилось больше 5 секунд, чтобы определить, что это был неспортивный фол. Даже с нашей далекой комментаторской позиции, в общем, тоже так показалось изначально. Да, Фрэнк Эллигер сейчас забьет штрафной, и мяч потом еще останется у Локомотива Кубани. Второй тоже точен. И также еще атака Локомотива. Так как это был неспортивный фол. Через Райана Брокова заигрывает мяч у Криса Пеба. На сильную сторону сместилась почти вся команда. Рассредоточились теперь по позициям. Регланд, Кулагин. Но не стесняется Дима бросить 3-очковый. Не попадает, к сожалению, кольцо выклевывает этот мяч. Давайте обратимся в наш чатик на Сила ТВ. Позадаем вопросы. Так, основа против зрители... Кулагина. На какой срок подписали отвечают Кулагина? Отвечают сами на свои же вопросы. Да, и
там же и ответ Кулагина на 2 года подписали. Да, его подписали по схеме 1+1 на 2 года. И легкие 2 очка 1-1 с кольцом. Фрэнк Эллигер радует баскетбол, радует нас, всех телезрителей, болельщиков таким вот отличным данком, который непременно попадет что в хайлайт этой игры. Фрэнка, это то, что он очень хорошо бежит. Быстрый да, отрыв. Он чувствует этот момент, когда уже нужно стартовать, когда уже нужно приближаться к кольцу. И в этом этого ему не занимать. И снова те самые пресловутые 20 очков без преимущества Локомотива Кубань. Очень интересно посмотреть, как будут развиваться действия события в четвертой четверти. Найдет ли Лимож наконец противоядие, которое они искали всю третью четверть с переменным успехом? Или все-таки Локомотив Кубань усилит нажим, напор и еще больше увеличит преимущество свое до финального свистка? Или просто спокойно удержит. Да, или удержит этот счет и в районе 20 очков. Спокойная победа будет. Мяч у Лиможа. Давайте мы пока посмотрим, что происходит на других европейских аренах. Прямо сейчас большой перерыв в матче ЦСКА Цервена Звезда. ЦСКА впереди 27-44. Тофаш обыграл Ульм 184. Тарушафака расправляется уже, почти расправилась с Левалуа. 89-63, там у них где-то за 3 минуты до конца. И Фрэнк Эллигер 1-1 с Левшопом. Без проблем. No problem, месье. Еще и с полом. Джо Регланд взял тяжелый подбор на своем щите. Убежал в атаку. Отдал хорошую передачу. И Фрэнк имеет возможность набрать 3 очка в одной атаке. А, и возвращаясь на другие европейские арены. Иерусалим, ХПЛ. Ведет уже 5 очков в матче против Литкобелица, а Уникс, другая российская команда, которая играет в Еврокубке, обыграл 89-80 Андору, да, Морабанк. Вчера еще Зенита, ну, небольшая сенсация все-таки в этом была, обыграли очень крепкую Гран-Канарию. Да, и что такое, не точно передача помешало от Дмитрия Кулагина. И 3-очковый следует в душку от Лиможа. Не идет сегодня игра у лидера Лиможа Бутея. Набрал 6 очков подряд во второй четверти. И это все очки, которые он набрал пока. Да, Бутея всего 6 очков. При его норме больше 14 в среднем да за матч. Хорошо его закрыли парни, бойцы Абрадовича. Не дают ему разгуляться. Ну, выполняют установки тренера, все так и должно быть. Так, вопрос насчет конца первой четверти. Изменило что ли правило FIBA? Почему судьи смотрели на то, когда мяч в корзину попал, а не на то, когда игрок его выпустил? Ну, никакие правила, конечно же, не изменили. Да, смотрят судьи, когда мяч был выпущен. Честно говоря, почему не засчитали, по крайней мере, с нашей комментаторской позиции, казалось, непонятно, что да, с запасом. У меня есть предположение, я в большом перерыве краем уха тут кого-то услышал, что счетчик уже к тому моменту остановился, но сирена и вот это красное освещение на щите почему-то не сработали, сработали позже. И, в общем, счетчик остановился, когда мяч был еще у Регланда. Ну вот, в общем, какая-то история такая. Потом мы попробуем после матча это все выяснить. То есть любопытно стало. Локомотив в атаке. Хвостов будет разыгрывать. И тут на Коллинсе раздваиваются. Не выпускает Марди еще мяч. Сам будет завершать эту атаку. Серия показов, разворотов и сквознячка. Даун. Получился бросок, к сожалению. Много сил потратил на обыгрыш. Фрэнк
По игровому времени Фрэнк Эллигард больше всех провел времени на паркете. 22 минуты. 18 минут Броков, Кулагин и Регланд. Еще почти 19 у Тревора Лейси. Ну, остальные чуть-чуть, не намного, но поменьше. Ну, собственно, как в большинстве игр Локомотива в этом сезоне, да и в прошлом, тоже довольно равномерно распределяют, да, игровое время. Да, не то чтобы широкая, широченная ротация. Да. Саша Абрадович, как заправский дирижер Лондонского симфонического оркестра, в общем, руководит заменами, командой. Марди Коллинз здесь дает совершить этот бросок, и мяч переходит к Локомотиву Кубань. Еще одну комбинацию запросил Дима Хвостов. Через Райана Брокфа мяч у Коллинза. Дают ему немного пространства. Что немного, наверное, для Коллинза обидно. Не верят в его бросок, который он совершает и забивает. Ну вот, но в первой игре в Лиможе, да, у Марди была очень неудачная игра. Он, да, не забил ни одного очка. 0 попаданий из 10 бросков с игры. Поэтому, возможно, пометуя о той игре. Вот. Да, пометуя о той игре, такие вот ошибки. Да, может быть, поэтому решили немножко Марди дать свободы, но тут спорный мяч. Потерял Марди мяч на ровном месте. Райан бросился его отвоевывать. И спорный мяч, и по очередности владения Локомотив проведет следующую атаку. Так, по топ-скорерам пробежимся. Фрэнка Эллигера 10 очков, у Тревора Лейси 11, Димы Кулагина тоже 11. И ты меня можешь сейчас поругать, но я честно не помню, когда Дима Кулагин, незаметный боец, 11 очков своих уже набрал. Традиционного Локомотива, у Райана Брокфа еще 12. Традиционного Локомотива много кто набирает очки. Вова Ивлев берет очередной подбор в нападении. Прошу прощения, что перебил. Да. Дима Хвостов там просачивается через игроков, и флотер немножко не удался он ему. Джойс опять пытается сообразить быструю атаку, прибежал, понял, что успели игроки Локомотива вернуться в защиту, и решил разыгрывать комбинацию. Стас Ильницкий хорошо занял позицию, не дал совершить бросок кольцо, зато Тревор Лейси тут шел на кольцо. Между ним, конечно, был и кольцом защитник Лиможа, но Дрю Джойс, который, собственно, пол, да, и свалил. Да не то чтобы нашел Дрю Джойс и не пытался особо защищаться без фола. Да, ударил по руке Тревор Лейси, что сжимает он кулак. Так учат в баскетбольных школах, в баскетбольных академиях палить, чтобы бить по рукам так, чтобы отсыхали. Да, чтобы не забило, а желательно, чтобы еще и на штрафных болело. Да, чтобы еще и штрафные не летели в кольцо. Ну вот, и второй Тревор Лейси промазал, зато забил первый. Вова Ивлев берет подбор в нападении. Очередной подбор в нападении, да. Это уже третий подбор Вовы в нападении. И Стас Ильницкий на исходе! 24 секунд. Спокойненько, без нервов. Давайте, друзья, вот вам трешечка, и попытайтесь нам теперь что-нибудь забить. Крис Бэб только не набрал очков в этой игре. Все игроки побывали на площадке. Если Крис Бэб наберет очки, это, по-моему, уже будет третий или четвертый раз, да, когда в последних играх все игроки Локомотива Кубань набирают очки, что очень отрадно. Это командная на самом работа. Деле не такое частое явление, да, оно случается, но когда Локомотив Кубань вот подряд такие штуки делает, все игроки набирают очки, это уж, поверьте нам, о чем-то договорит. Не забивает Дрю Джойс. Невысокий, 185 сантиметров, всего на 3 сантиметра выше Джо Регланда. И второй не забивает.
Да, тут сложный эпизод был, сложно было разглядеть, куда, к кому мяч перемещается, но в итоге владение остается Локомотива Кубань. И Дмитрий Хвостов будет вводить мяч в игру со Стасом Мельницким. И с Димой Кулагиным. Кстати, русская пятерка на паркете. То, чего так очень любят болельщики Локомотива Кубань. Пять Локомотив Кубань игроков. Сегодня узнал своего соперника по 1/4 Кубка России. Да, это будет Парма. Парма обыграла сегодня без шансов Урал. Да, плюс 30. Ну, и сверху. Паша Антипов. Ну что ты, не будь так строг. Если можно донести спокойненько, уверенно, надежно в кольцо этот лей-ап, то надо делать. Хорошая подстраховка от Димы Кулагина. Очень экспрессивен Дима Кулагин. В каждом эпизоде он хочет только добиваться 100% результата. Его понять можно. Так вот, возвращаясь к Кубку России. Кубку России, когда, да. Когда, скажи примерно, сориентируй, когда будет вот это 1/4? Я так понимаю, что точно еще неизвестно. Точно, да, ориентировочно это последняя неделя. Последние 10 дней декабря одна игра. И где-то через неделю, дней 10 после первой игры, ответная игра. По низкой траектории Брайан Конклин запускал этот мяч в надежде заработать 2 очка для своей команды, но не попадает. И Вова Ивлев! Вот так. Не зевайте. Если Вова Ивлев там под кольцом и нет защитников, то, конечно, будет дан. Плюс 30 становится преимущество Локомотива. Правильно я понимаю, что вот эти регулярные российские пятерки, это в том числе подготовка к игре Локомотива Кубань в Кубке России. Абсолютно верно. Легионеры не могут играть в Кубке России, только российские игроки, да, могут выступать. Причем это не вымученная ротация. Нет, это очень не игроки, которые сидят да, на это скамейке органично, все время. Да, это российские игроки, которые органично вписываются в игру. Отлично играют, отлично проводят свое время на паркете. Дима Кулагин быстро атаку отправляется. Успел Лимош. Да, была красивая передача за головой, но не дошла она, к сожалению, до адресата, до Паши Антипова. Это фол нападения. Стас Ильинский находит. Молодец. Мужик отработал. Никогда не жалеет себя. Это то, о чем мы с тобой обсуждали, помнишь, в начале сезона. В Сербии еще на межсезонье, что Стас Ильницкий, игрок, который превосходно защищается, может защищаться с первой по четвертую позицию, то, чего ему не занимать. Самый результативный игрок Лиможа, а заодно единственный игрок, который набрал больше 10 очков на данный момент, Дрю Джойс за 5 фолов. Покидает площадку, да. И Лев Лещенко спел для него прощальную прощай, песню. Прощай, болельщики помахали ручкой. Спасибо, Дрю, ты был хорош, но твое время вышло. Что-то с Володей Ивлевым, с ногой. Он получил повреждение. С трудом добирается на скамейке. Всегда, ты знаешь, я очень сильно переживаю, когда игроки... Непонятно сначала, это серьезное повреждение или просто вот пока боль сильная. Стас Ильницкий упал ему на ногу. Вот, я очень сильно всегда переживаю, чтобы это все обошлось, потому что каждая травма это нехорошо и для игрока, и для команды. Вынужденная задержка в игре из-за этого. Но мы продолжаем. 3 минутки до конца четвертой четверти, и уже точно можно сказать, что до конца этого матча Шалимош за 3 минуты, ну 30 очков, извините меня, но это нереально. Я видел, 12 очков отыгрывались за последнюю минуту, но когда Локомотив играет так, отыграть 30 очков не просто невозможно. И Стас Ильницкий бросок за второй заблокировал. Ничего не помешало ему. Очень сложно второй раз совершить такой же бросок, когда уже настроился на первый, он не пошел, заблокировали, нужно бросить второй, поспешно причем, но Стас скорее тяжело защитнику, который защищался один раз, поставил блокшот, расслабился, да. Эх, дальний бросок Кенни Хейс. На ногах там он, на дриблинге как-то избавился от опекунов в красной форме. Фрэнк Эллигер скидывает Дмитрию Кулагину. И мяч Димы Хвостова. Он один на дуге. Зайдет? Нет.
точный бросок, к сожалению. А тут подбор нападения. Ну, что вы будете с этим делать? Стас Ильинский и Фрэнк Келлигер вдвоем боролись за этот подбор. Это именно то, чего хочет каждый тренер от своей команды, чтобы игроки не выключались в каждом эпизоде, боролись до конца. И тогда будет возможность собирать такие важные подборы в нападении, которые будут приносить очки второго шанса. Молоко. Командный подбор берут игроки Лока. По-моему, в таких ситуациях считается это как командный подбор, да? Когда все поборолись и... Да, здесь верно, не удалось. Верно. Дима Хвостов выпрыгнул очень высоко, хотел смахнуть мяч, но Брайан Конклин немножко завис и не удалось Диме. 27 очков. Разница, что это? Последняя минута. Хвостов еще на этот раз забивает. И вот снова 30. Молодец, не постеснялся. Взять ну а что стесняться, когда в прошлой игре ты набираешь 19 очков и забиваешь 5 из 6 дрожжей. Тут не до стеснений. Тут нужно сопернику стесняться. Оставлять тебя одного на трехочковой дуге. Ильницкий кулаком вышибает мяч кверху. Сбил он эту атаку Лиможа, как пенку с кипящего молока. Хорошая метафора. Любимый продукт всех детей в детском саду – пенка с молока. Точно. И комочки в манной кассе. Ел бы и ел. На Кайле Миллинге лица нет, так скажем. Конечно, он уже расстроился. Потому что это поражение для Лиможа может стать фатальным. На четвертом месте в группе C они сейчас находятся, проигрывают. Могут, да, но уже понятен исход игры. У них будет 2 победы, 4 поражения после. Да. А у Локомотива, чему мы безумно радуемся, 6 побед подряд. 6-0 показатель со старта сезона Еврокубки. Еще раз быстрые очки пропускаем от Лиможа. Саше Абрадовичу на самом деле есть над чем подумать, чтобы этого не допускать в будущем. Дима Хвостов на Диму Кулагина переводит этот мяч. Будет ли он доигрывать, будет ли он совершать этот бросок. Фрэнк Келлигер на Ильницкого. Секунда оставалась. И... Да, все. Мы констатируем победу. Поздравляем всех зрителей, всех болельщиков Локомотива Кубань. 6-й победой подряд в группе С. 81-55. Очень повержен, уверенно. Повержен Лимош. Уверенно, как повели с самого начала, так и довели игру до победы. Все время увеличивая этот разрыв, доводя его до 30 очков.